Здравствуйте, люди! Людишки и людища! Людища. Звучит хорошо, да? Конечно, людища. Если вам страшно, значит, вы смотрите прямой эфир на Юмор ТВ. Welcome. Адские шоу. Надо просто подвязаться по тематику, да. Конечно, друзья мои, сегодня тема нашего эфира не свечи, не еда и даже не парики. Тема очень страшная, друзья мои, тема Хэллоуин. Ты уже описывался от страха. Ну да, чуть-чуть есть. Друзья мои, у нас граф Корень сегодня в прямом эфире Юмор ТВ. И графиня Вики. Как это звучит, да? Графиня Вики. Хорошо. Сегодня граф и графиня таки открывают прямой эфир. Хорош пугать зрителей. Ну ладно. И мы, и мои три человечка, назовем их так. Ну окей, свечи-человечки, ладно. Ну, тут были раньше люди, понимаешь? А вот со своей тыковкой. Но сейчас это не люди, друзья, сейчас это черепа, как вы видите. Слышь, капитан очевидность, давай мне. Черепа! Я хочу быть сегодня королевой. Говори, Корень. Друзья! Хватит уже пугать зрителей. Значит, поскольку тема сегодняшнего эфира у нас Хэллоуин, вы просто обязаны позвонить или написать нашу группу ВКонтакте и сообщить нам, поведать свою самую страшную историю, которая случилась с вами. Кто-либо когда вас напугал или вы кого-либо напугали. Да, нам очень интересно, так что звоните, телефон вы видите на своих экранах. И, конечно же, нам будет интересно услышать еще несколько версий относительно того, как вы, друзья мои, отмечали этот руссконародный праздник Хэллоуин. Ну, конечно, под словом «руссконародный» я, естественно, пошутила, потому что вообще, в принципе, в России этот праздник немного чужд, но когда есть возможность и зажигаются свечи, то почему бы и нет? Почему бы не выпустить эту чертовщину наружу? Реклама на Юмор ТВ. На Юмор ТВ, друзья мои, сегодня вамповский, просто какой-то бесовской, но, ну, классический, в общем, короче говоря. Как обычно, короче, да. Да, ну, в общем, все как всегда. И, конечно, мы с вами, друзья мои, и, наконец-то, с нашим вот этим вот другом, что мы делаем? Мы читаем новости интересные и, конечно же, отмечаем Хэллоуин сегодня здесь. Да, напоминаем, что тот, кто пришлет самую страшную историю про себя, как он напугал или был напуган, тот получит от нас специально одну бесплатную... Поцелуй от графини! Как минимум. И что там еще? Ну, после поцелуя от графини мне уже нечего предлагать так-то. Ну, и одну душу какого-нибудь... Вурдалака! Да! Эх, Вика специально прокурила блок примы, чтобы смеяться с хрипотцой. Молодец, Вика, молодец. И мне говорила мама: Вик, ну что ты на актерский не пошла? Ну ладно. Итак, друзья, сегодня я хочу сделать небольшой тест. Тест, как понять, вампир вы или нет. У тебя есть такой тест? Я знаю, да. И если вы сомневались в себе, ну, считаете вы себя вампиром или не считаете, на Юмор ТВ у вас есть возможность проверить, вы вампир или нет. Для этого ну, минимально хотя бы упырь. Для этого вам нужны следующие пункты. Мне в этом поможет моя тыква. Итак, ты худощав? Первый вопрос. Так, ты дрищ? Ты дрищ или нет? Да, друзья, давайте определимся. Дрищ вы или нет? Я могу сделать на фоне Паши этот тест. Итак, Паш, ты худощав? Да. Да. Ага. Паша, ты бледен? Бледен, да. Часто пользуешься солнцезащитными очками и кремами от загара? Особенно после выходных и если жарко. Хорошо. Предпочитаешь свечи электричеству? Когда не уплатил за 6 месяцев, еще как. Хорошо, вот мы постепенно подбираемся к истине.
Итак, следующий. Чувствителен ли ты к изменению температуры? Ну да, потею. Хорошо, дальше. Выглядишь ли ты значительно моложе своего реального возраста? Когда побреюсь. Отлично. Дальше. У тебя проникновенный магнетический взгляд. Когда выпью. Хорошо, дальше. Вы редко болеете, избегаете лекарств, Павел граф? 50 грамм перцовочки спасает. Хорошо, отлично. И у нас еще несколько моментов. И мы подберемся к истине и наконец-таки узнаем, действительно ли Паша Корень является графом-вампиром. Итак, осуждаешь ли ты тех, кто курит и потребляет наркотики? Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Отлично. Итак, вам приятно ночное одиночество или нет, граф Павел? Да. Что-то мне кажется, нет, но ладно. Ну, я не знаю, да. Да. Итак, дальше. Тебе неприятна мысль о воинской службе? Военный билет. Что за бред, Паша? Адекватно отвечай на мои вопросы. Да, военный билет — это адекватный ответ о воинской службе. Итак, любишь ли ты сырое мясо? Мясо! Сырое! Любишь или нет? Нет. Алло. Должен был сказать да. Нет. И хорошо, дальше. Нет, вампира ответ. Итак, не очень интересуешься ли ты сексом? Чего, Вик, ну ты опять тут начала свои проблемы. Хорошо, пропустим этот момент. Нравится ли тебе заниматься оккультными науками? Люблю геометрию. И последний вопрос, после которого мы сможем сделать вывод, вампир ты или нет. Любишь ли ты одеваться в черное? Я люблю одеваться в черное, но самый главный момент. Настоящий вампир любит слушать Сергея Зверева. Что? Да. Друзья, Паша прошел этот тест, и мы можем сказать, что в основном все его ответы были «да». А соответственно, он является настоящим вампиром. И сегодня мы испьем крови из человека прямо-таки здесь, в прямом эфире. Но сейчас мы послушаем самого главного человека. А давай сначала сделаем небольшую загадку. Я, кажется, придумала кое-что, друзья. Сейчас я пойду за плакатом нашего представителя, главного человека, который является лидером в вампировской истории. Так. Сейчас, одну секунду. Прямо сейчас я вам покажу человека, точнее, вампира, того самого нашего лидера вампирской жизни. Так. Нечисть по имени на крупный план. Пожалуйста, возьмите этот момент. Итак, сейчас, друзья, вы увидите этого человека, а потом и его клип, этот магический вампир. Сейчас смотрим «Шинель от сглаза». Саша, мы продолжаем наш самый сверхъестественный эфир на канале Юмор ТВ. Welcome show, и с вами я, граф Корень, и моя... В общем, вы поняли. Значит так, друзья, во сколько у нас тема эфира... Тема эфира у нас Хэллоуин. Вы наверняка знаете об этом. Только что здесь был нечистый дух. Это был мой друг. Пускай помоется. Из Саратова. Нет, только не из Саратова. О, боже мой. Это был... Мне нужна вода. Мне нужна жопка курицы. Жопка курицы на верхней полке. Жопка курицы и... Так, и срочно щепотка куркумы. Щепотка куркумы. Куркума там внизу. Друзья, нужно срочно изгонять дух из студии. Выйдите отсюда, да. Духи перегара, уходите. Срочно, уходите. Срочно, испей. Не, уксус не буду, уйди с уксусом. Все. Но ты, мой друг, не защищен. Да. Итак. Факты, которые, возможно, вы не знали об этом замечательном празднике. Итак. Праздник Хэллоуин, если кто еще не догадался. Ну, прикинь, все догадались, да? Итак. Но вдруг один, тот самый дух,
моего знакомого из Саратова. Ты взял, и мать его не догадался о том, что сегодня Хэллоуин. Ну, это так, на всякий случай, на всякий случай. Итак, факты о этом празднике. Некоторое время назад западные психотерапевты признали появление еще одного вида психического расстройства – самоинофобии, то есть боязни Хэллоуина. По статистике, ею в большей степени страдают дети, которые в раннем возрасте были вынуждены наблюдать разгул нечисти и слушать страшные истории, посвященные этому празднику. Страшные истории. Так, да. Но это нам знакомо. А мало кто знает, что основные цвета Хэллоуина — это черный и оранжевый. Черный символизирует смерть, увядание. Оранжевый? Потусторонний мир и вообще возможное зло. А оранжевый означает свет, солнце, надежда на возрождение, радость бытия и благодарность природе за ее дары. Вообще мы свет не любим с тобой. Мы не любим свет, друзья, но сегодня мы вынуждены быть вот в этом освещении. И свету мы предпочитаем свечи, а еще лучше тьма. Вот, также далее следует: по всему миру на Хэллоуин проводятся необычные соревнования и конкурсы, забеги зомби, карвинг по тыквам, конкурс на самый страшный костюм, самую зловещую гримасу. И, конечно, покажи самую дьявольскую... зловещую гримасу. Да. Вы лицезрели самую... Ты рассмешил дьявола. Самую зловещую гримасу. Ты рассмешил дьявола. Нам напоминаем, друзья, чтобы выиграть поцелуи от нашей графини и одну бесплатную душу от графа, вам нужно отправить смс-ку на короткий номер. Короткий номер, 4-2. Нужно в группе ВКонтакте в нашей написать, как когда-то вы либо кого-либо напугали, или вас, возможно, кто-то когда-либо напугал. Да. И, конечно же, можете все позвонить. Все страшные нам истории, все ваши, и в том числе негативные эмоции, все ваши пожелания, и все, что вы хотите нам сказать. Да, мы вот на... ждем. Например, у меня был случай, вот один из страшных случаев, когда одна бабушка-старушка, эта бабушка-старушка, шла себе, а я ее как напугаю. Зачем ты это сделал, дьявол? Потому что я хотел увидеть ее вставную челюсть. Которая валяется на асфальте? Да, я напугал ее, она со испуга закричала, и челюсть выпала. Ты просто бесовщина, без костей. Я у мамы хулиган, да. А я однажды напугала своего друга из Саратова, и он умер. А, так это ты его, того самого этого, друзья, впереди самые магические, самые страшные вещи. Оставайтесь на Юмор-ТВ, и мы сейчас прерываемся на рекламу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот такие песни обычно заклинания. Сейчас, дорогие мои зрители, мы будем вызывать дух, как вы думаете, кого? Ну? Угадайте. Ну? Вы видите его сзади на плакате. Это наш король гламура. Этот... Вот это поворот. Вот это у тебя чин был просто. Этот вампир 98-го уровня. Да. Вампиризма. Все, не отвлекай меня. Давай, вызывай его. Шинель с глаза, шинель от порчи. Интенсивней. Послушай, этот обряд проходит в тишине, поэтому не влезай в мое пространство. Давай, и общайся с нашими зрителями, не мешай мне. Хорошо. Сейчас появится, возможно, сам... Опять чихнуть хочешь? Все, чихай в ту сторону. Давай. Итак, друзья, я напоминаю вам, что тот, кто хочет получить незабываемый кровавый поцелуй от нашей графини, должен позвонить нам в студию, прямой эфир, и рассказать какую-нибудь страшную историю, либо написать в нашей группе ВКонтакте тоже. Когда-то либо он кого-то пугал, или был напуган. Ну или так. В общем, любыми способами вы можете заполучить этот приз. Ну что, он так появляется, нет? Шинель от сглаза. У нее до сих пор Шанель под глазами от сглаза. Итак, также, если кто-то из вас пришлет самый оригинальный костюм, точнее задумку даже на костюм,
для этого праздника тоже получит замечательную приз. Меня вселился дух Шанель с класса, понимаешь? Что там у тебя? Вставай. Шанель! Все. Дух ушел, друзья мои. Просто вот еще чуть-чуть, и понимаешь, Надо убирать эти все нечистые моменты, потому что я, понимаете, только первый раз в жизни делаю это заклинание, поэтому когда ты не прав... Мы теряем ее. Неправильно, когда делаешь это заклинание, то... То что? Вываливаются титьки из платья. Раз. И два. То, что может вселиться в тебя дух того, кого ты вызываешь. А там начинается истерический смех. Начинаются песни. Начинаются пляски, в конце концов. Я пойду... И прочая хрень. Я пойду пока вызывать дух Вадима Казаченко. Не надо. Я боюсь его до спора. Почему нельзя вызвать духа Вадима Казаченко? А спой хоть одну песню его, может быть. Мы так... Попоем немножко? Давай, не заплачу и не закричу, не окликну даже. Все вампиры любят Вадима Казаченко. Да, сатана тебя. А также Ладу Дэнс. Сатана накажет. Сатана. Да. Друзья, тем временем мы что делаем? Мы что? Отмечаем Хэллоуин, конечно же. Отмечаем Хэллоуин и рассказываем страшные истории. Быстро, корень, рассказываем страшные истории. Да. Однажды я шла по лесу, был так. Вечер, было темно. Так. И тут, знаете, что я увидела перед глазами? Я увидела Шанеля с Это уже все. Это уже полное погружение. А потом, когда я шла по темному переулку, шла влево, то вправо, то по прямой, то пряталась за деревом, и я увидела Шанель от порчи. Да тихо, все. И когда я увидела Шанеля с глаза и Шанель от порчи... Ты осатанела. Я превратилась в ведьму. Я нашел еще страшные истории. Слушай. Какие? Давай, с утра я обнаружил на телефоне фотографию спящего себя. Так. Точка. Я живу один. Что из этого страшно? Что из этого страшнее, наверное, то, что он живет один и готовит себе лазанью. Самая страшная была точка, да. Бам, самая страшная точка. Так, хорошо. Есть еще? Точка G, что ли? Нет? Я просто увидел, что мое отражение в зеркале не подмигивает. Страшно! Нет. Страшно! Страшно, мать. Давай, теперь моя очередь. Давай. Итак, надо поставить свечу. Давайте поставим свечу для интерьера. Свечу для интерьера, да. Итак, однажды я делала магическое зелье. Так, то есть борщ. Щи. Да, я добавила туда щепотку соли, щепотку перца, щепотку куркумы и Шанель от глаза. Я ждал, когда... Но когда из борщ, из щей восстал Сергей Зверев, я сказала ему, скинь! Нет, Сергей Зверев восстал из щей, восстал и сказал тебе, дура, ты не посолила. И я ушла. Да. Обиделась. Да. И больше я не варю щи. Никогда. Да. Вот такие страшные истории, друзья, какие истории страшные у вас, нам очень интересно, ведь Хэллоуин. И, кстати, как вы сегодня собираетесь его отмечать? Паша, вот ты как собираешься сегодня отмечать Хэллоуин? М? Я? Да. Я приду домой, возьму какую-нибудь книжку. Так. Почитаю ее. Бесовскую? Ну, почти, что-нибудь из Донцовой. Вот, ага, почитаю. Хорошо, не Устинова, это вообще... Почитаю, поплачу немножко. И засну мертвецким сном. Вот такое. Вот это да. А я сегодня пойду в клуб. Какой? Итак. Тебе только в клуб поломанных, наверное, какой-то. А. Вот примерно так. Я пойду в клуб. Но есть такой тролль, который мумий. Чё, и мы не про мумий. С двумя мутишь, да? С троллем и с мумией мутишь? Иди отсюда, а мы слушаем мумий-тролля Бермуды.
Ха-ха-ха, пей, пей, зелье, пей. Друзья мои, Хэллоуин на Юмор ТВ. И что мы начинаем делать? Не только меняться местами. Да, мы можем себе это позволить. Но и зачитывать некоторые интересные вамповско-бесовщинские новости. Да. И я предлагаю вам... уйти и исчезнуть с экранов, точнее, от телевизоров, потому что сейчас... Готово? Да. Итак. Да-да-да-да. Что-то было? Не знаю, всегда хотел. Итак, скажи мне, знаешь ли ты, как в Средневековье казнили людей, которые подозревались в вампиризме? Подожди, а вы знаете, ты зритель. Ну-ка, давай дадим 5 секунд, чтобы зритель нам ответил. Я считаю информацию. Итак, мы слышим тебя. Скажи, как казнили людей, которые подозревались в вампиризме в Средневековье? Итак, 5 секунд, у вас пошло на правильный ответ. Говорите. Им не давали смотреть мультики. Нет. Еще. Они смотрели «Дом 2». Нет, нет, еще! Когда же будет правильный ответ? Нельзя говорить это вслух. Им отрубали голову. Вот так прям. И кровища лилась. Я весь кровищи. Из их шеи. И вот, к чему это я все веду? К чему это все веду? Томатного соку захотелось. Хлебануть. Так, итак, отрубали головы. Считалось, что такое полное обезглавливание убивает вампира, друзья мои. И после казни их головы размещали где? Где, где, где? Где, где, где? Не там, где ты хотел себе подожди, поймать. Подожди. На Фейсбуке. Нет. Точно не на Фейсбуке? У меня только такая информация. Еще ответы. Я вижу, как тот парнишка отвечает. И девочка. В подъезде. Нет, их головы. Головы вампиров, отрубленные головы вампиров. Размещали в ногах. Также в могилах было не обнаружено, кстати, никаких ювелирных изделий. И ремни и пряжек. Это когда, видимо, археологи вскапывали могилы. О, колечко, чпок, и забирали. Не было, наоборот, не было ничего. Потому что вампиры умные, они это все дело ныкали в таких странных местах, как... Зашкерили все. Да. Итак, так. Точная судьба неких казненных вампиров вообще в принципе неизвестна, потому что первые вампиры появились в каком веке? Ну, по теории, вот по таким каким-то источникам своеобразным. Еще моя прабабушка была вампиром. В 14-м? Нет, 16 век. Эх. Почти да, близко. Жили они в 16 веке. И вот так, это немножко о вампирах, да, чтобы вы знали, что и к чему. И, в общем-то, было недавно совсем на территории болгарского города Созопля. Созополь. Да. Созополь. Обнаружены были 2 скелета. Кого? Вампиров. Туристов. Вампиров. Да, были обнаружены их скелеты. И, в общем-то, что? Что? Возрастом более 800 лет. Пикассо. Старые, никчемные, но их души. Да! Ну, в смысле, души. Их души живые. И они, в общем-то, сейчас представят нам клип градусов. Голые. Куда смотреть? Ушли или нет? Цыпленка. Клюв птеродактиля. Шутки аншлага. Пятка Петросяна. Косички из косисечной. Она не оживает. Что за фейк? Алло. Можешь ему прописать? Попробуй. В голову. Не работает.
У нас во дворе получалось. Друзья, а это Хэллоуин на Юмор ТВ, и мы здесь сегодня с Пашей Корнем, точнее с графом Корнем. И графиней Вихтиней. В этой прямой студии, в студии прямого эфира, конечно же, пытались первое с вами пообщаться. Это точно? Ну, мы вас услышали, мы же обладаем специальной силой, которая, в общем, у самого. Второе, вызвать дух Сергея Зверева. Да. И увидеть шинели от сглаза своими глазами. Он сегодня больше не приходил к тебе? Нет. Он ушел. Я думал, под конец Сережа появится точно. Ну, давай попробуем. Давай. Ну, сейчас так, пока... Подожди. Закрой глаза, я веду тебя в трансовое состояние. И появится Эльдар Багунов? Либо Сережа Зверев. Давай. Закрой глаза. Ты ударишь меня по лбу? Не. Это что, я не такой. Не страшно. Да не страшно, не бойся. Ты будешь меня трогать? Я буду, но аккуратно. Я занимался этим с 15 лет, давай. А то если что, у меня обратно... Да хватит меня бить, ты вечно меня бьешь. Я не могу так работать, она меня вечно бьет. Ладно, хорошо. Давай, работай. Что надо-то было делать? Ничего уже, просто сама вызывай себя. Значит, Сергея Зверева мы пытались вызвать. Очень и пытались. Оживить вот эту тыкву. А все почему? Потому что Хэллоуин, потому что сегодня ночь бесовщины, сегодня ночь дьявольщины и ночь... Тебе нужны антидепрессанты попить, мне кажется. Тебе что-то очень это... И ночь шинеля. Шинеля. От сглаза. Итак. Сегодня мы попытались с моим соведущим графом Корнем, в общем-то, сделать все эти махинации. И, конечно же, у нас... все получилось. А сейчас мы пойдем пугать офис Юмор ТВ. И что еще делать? Не знаю, и материться. Материться, да! Потому что здесь, в прямом эфире, нам не дают такой возможности, да? Поэтому каждый раз после эфира. Сейчас мы выпустим всех своих дьяволов. И, конечно... Да, всех своих игрушек дьяволов. И, конечно же... Видите, уже... Страшно будет. Дьявольский смех просто проносил ее и меня. Но напоследок мы должны дать вам заклинание. Да. На что? Заклинание на отличное тусе. Сегодняшней ночью сходите куда-нибудь, выпейте чашечку кофе, как минимум хотя бы. Я не знаю, или кровь. Век! Какого? Кровь. Ну, неинтересно, вампирская. В общем-то, найдем какую-нибудь... Я просто его реально укусила. Найдем какую-нибудь более неиспорченную, так скажем. Итак, друзья. Надо привички сделать из слабичка. От бешенства надо. Я сейчас отравлю на тебя Сергея Зверева! Ты думаешь, это сработает, что ли? Я не понимаю. Слышали этот гром сейчас? Над нашей головой! Итак, друзья, вампирята, дьяволята и все нечистые силы нашей страны. Скунцы и бомжи. Скунцы и бомжи. Реально гром. Опа, это был гром. Друзья, обязательно сегодня сходите куда-нибудь. Или завтра, если сегодня будет. И поклянчите сладкие какие-нибудь вкусняшки у друзей. Ведь это является одной из традиций. Но если вас в ответ будут бить... Знаете, бегите. У нас это не проходит идея, значит, только надо в зарубеж ехать, так сказать. Итак. Нужно последнее сделать заклинание какое-нибудь. Последнее заклинание для зрителей. Шинель от сглаза, шинель от порчи, я люблю тебя очень-очень. Опять? Давай, значит, так, мы должны видеть, сколько у нас свечей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три. Ровно 13. Нужно... Кто быстрее в меня вселяется! Кто? Это дух Сергея Зверева! О, давай, Сережа! Давай, мы ждем тебя, Сережа! И кому такая красота нереальная, да, останется? Звезда в шоке вообще. Просто нереально. Ладно, какой у тебя свисток? Вик, все, никаким мы не вампир, давай не надо, все.
В смысле? Мы сами не вампиры. То есть мы, ну, мы же час пытались доказать зрителям, что, ну, вот это все. Ведь ты на нас посмотри, какие мы с тобой вампиры. Мы, вот, точно только максимально упыри мы с тобой. Но никак не вампиры. Просто друзья, с тобой нацепили костюмы, которые нам предоставили, и все. Кстати, кто нам предоставил костюмы-то? Кто? Майя Карнавал нам предоставил эти костюмы. MayaCarnaval.ru, кстати, друзья, реально, если вы хотите заказать сегодняшний вечер, ночь, в ночь Хэллоуина костюм, у вас еще есть возможность успеть заказать этот костюм на сайте Мой Карнавал, MayaCarnaval.ru. В общем-то, заказывайте и будете такие же страшные, а возможно даже страшнее, ну, да, или красивее, как мы. В общем, да. Мы все теперь... очень просто. Мы уже практически начали празднование Хэллоуина. Сейчас пойдем пить томатный сок и фотографироваться, пугать людей. Ну да, немножечко. А с вами была Граф Корень. И графиня Титиня Вики. Титиня? Да. В общем-то, друзья, Юртовый Welcome Show. Мы увидимся с вами очень-очень скоро. А все, сейчас... я забываю. Пока!